Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». И я приглашаю вас на курс повышения квалификации «Косметический массаж лица и тела. Основные техники работы». Если вы хотите учиться искусству косметического массажа, который поможет вам поддержать красоту, молодость лица и кожи, обрести гармонию тела и души, то записывайтесь к нам на курс. Я думаю, это именно то, что вам нужно. Для кого будет полезен курс? Конечно, для косметологов, массажистов, специалистов смежных областей, которые желают усовершенствовать свои знания в области косметического массажа. Также курс может быть полезен студентам или выпускникам профильных образовательных программ, которые желают приобрести дополнительные навыки в области косметического массажа. И что важно, в ходе обучения вы изучите основные принципы косметического массажа, познакомитесь с историей и развитием эволюции самого этого массажа. Конечно, мы рассмотрим тайны анатомии и физиологии кожи, чтобы понять, как же правильно воздействовать на нее и замедлить процессы старения. Вы освоите различные приемы и техники массажа лица, научитесь выбирать наиболее подходящие методики в зависимости от типа кожи, индивидуальных особенностей вашего клиента. Также вы узнаете о влиянии массажа тела на общее состояние организма и даже способах коррекции фигуры. Отдельное внимание будет уделено косметическим средствам для профессионального ухода. Вы разберетесь в их составе, свойствах, научитесь грамотно подбирать продукты в соответствии с потребностями кожи. И, наконец, вы получите ценные рекомендации по организации рабочего пространства массажиста, соблюдению стандартов безопасности и эффективному взаимодействию с клиентами. Обращу внимание, что данный курс предоставлен различной вариацией часов. Есть 36, 72 и 108 часов. Поэтому выбирайте тот курс и вариант, который наиболее удобен для вас. Форма обучения дистанционная. Присоединяйтесь к нам, и мы вместе откроем новые горизонты красоты и вашего профессионализма.